В Египте в старину велось обыкновение, когда кого хотят пышнее хоронить, наемных плакальщиц пускать за гробом выть. Вот некогда на знатном погребенье толпа сих плакальщиц, поднявший вой, покойника от жизни скоротечной в дом провожала вечной на упокой. Тут странник, думая, что в горести сердечной, то рвется вся покойника родня, скажите, говорит, не рада ли бы вы были, когда бы его вам воскресили? Я маг, на это есть возможность у меня. Мы заклинания с собой такие носим, покойник оживет сейчас. Отец, — скричали все, — обрадуй бедных нас. Одной лишь милости, притом мы просим, чтоб суток через пять он умер бы опять. В живом в нем не было здесь проку никакого, да вряд ли будет и вперед. А как умрет, то выть по нем наймут нас верно снова. Есть много богачей, которых смерть одна к чему-нибудь годна.